шансы, что человечество исчезнет, очень высокие. Но надеюсь, что в мире достаточно людей, которые еще могут грести против этого течения. Главная угроза климата – это наша мерзлота. Но если климат еще нагреется градуса на 3 всего лишь, вся наша мерзлота будет таять. Человек выбрасывает громадное количество парниковых газов в атмосферу. А если добавится вот этот вот природный резервуар, приспособиться к столь быстрому климатическому изменению уже нельзя. Вот она, наша мерзлота. О! Это остатки великой, могучей мамонтовой экосистемы, которая была здесь в плейстоцене. Органика вот эта превратится в углекислый газ, и ветра разнесут этот газ по всей планете. Это бомба, бомба мощностью 1000 гигатонн. Эта бомба взорвется при нагреве. Ее надо охлаждать. Единственный способ, чтобы этот зимний мороз сильно промораживал нашу мерзлоту. А для этого с этой мерзлоты надо снять теплое одеяло снега. Вопрос, как на громадных территориях утоптать снег? Это можно сделать технически. Люди с лопатами будут ходить и утопчут снег. Это можно сделать машинами, но все это дорого. На планете есть очень много желающих делать это бесплатно. Это существа, которые миллионы лет всегда жили здесь, для которых этот край – родной дом. Надо дать им лишь свободу и возможность плодиться. Землю и свободу. И это то, чем занимается наш плейстоценовый парк. Глобальный климат в порядок привести, нужно хотя бы 200 миллионов помощников. О том, что мне нужны помощники, это понятно по-любому. Причем бизнес долговременный, это десятилетия. И бизнес предельно трудный. И понятно, что первое десятилетие – это абсолютно убыточный бизнес. И кого можно заманить в такой бизнес? Без зарплаты? В экстремально трудных условиях, ну, естественно, заманить сына.
технически очень непросто. Потому что у высших приматов взрослые сыновья в стадии обычно не живут. Они уходят куда-то открывать новые земли. Поэтому, говорит, я к этому подошел серьезно, осознанно, как сделать, чтобы мой сын продолжил этот бизнес. Перчатки есть? Уехали. Пошли. Так. Поедем степь создавать, а? Поедешь? Два юных создателя степи. Поехали. По его словам, это вообще там многоходовая там сложнейшая операция, потому чтобы заманить меня на север. Вот. Я не считаю, что это было настолько уж многоходово, как он пытается предсказать. Я вырос в семье, где принято все доходы пускать на пристанный парк. Вот есть люди, которые живут в религиозной семье, и там принято каждое утро молиться. Вот они молятся, и ну и молятся. Вот я то же самое. Я не молюсь, я просто парк строю. След Мишки молоденький, но не очень свежий уже, поэтому ушел. Сильно не пугаемся. Это вот, я не знаю, что это такое, честно говоря, надо раскопать что-то такое большое и интересное. Отмывка-то какая. Как нам повезло-то с уровнем. Явно от мамонта. Это что? Это что такое? А ученые оценивали, что они считали, что численность мамонтов была в Якутии, ну, порядка 50 тысяч голов. Ну, отец явно, я думаю, всегда считал, что это сильно больше, но он это считал скорее интуитивно. Так. Мы проводили исследования здесь на Дваном Яру и собрали все кости, и их проанализировали. По этим оценкам выяснилось, что здесь на каждом квадратном километре обитал один мамонт, 5 бизонов, 8 лошадей и порядка 15 оленей. То есть это, по сути, была своего рода северная Серенгети. Что-то у меня от мамонта был какой-то один кусочек. У меня вот зуб от мамонта. Бизон к бизону? Мамонта. Пятая челюсть мамонта. Ребеночек. С мамкой что-нибудь случилось, наверное? Да вот. Вот мамка, вот ребенок. Ну, в качестве. Так, ну челюсть. Красивый, красивой голливудской истории. Да. Жили счастливы и умерли в один день. Двое. Парк это красиво звучит, а на самом деле это поле боя. Вот тут проходит граница. Не просто граница, а линия фронта. Линия борьбы между пастбищными экосистемами и лесной экосистемой. Пастбищные экосистемы, у которых в армии лошади, быки, коровы, олени. И мохово-лесная экосистема, у которой в армии только комары.
Почему нашей армии трудно? Потому что она малочисленна. У нас сотня бойцов, а тех же комаров вокруг нас триллионы. Мы привезли за последние 2-3 года большое количество животных, которые в Арктике никогда не жили. То есть, на самом деле, вот мы бизонов привезли с Дании. Безусловно, животные из Аляски были бы лучше. Те же самые бизоны. Вид тот же, но адаптированный. Соответственно, мы сейчас привезли неадаптированных. И вот совсем не факт, что мы из этого не пострадаем. Хоп! 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 Один прорвался. Хоп! 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 Может, киту самых тупых бизонов подсунули? Ну, выйди вот сюда. Посиди без комаров хоть полчасика. Нет же, лазит где-то. Комары могут закусать до смерти. Какие-то стрессы, травмы. Их выглядят хорошо. Ну, 8 кит. Папуля, там кто-то хромает. Не вижу. Так, чуть-чуть двинулись вперед. Безудержный оптимизм отца, который, когда это начиналось, там, в 90-е, думал, что все будет легко и просто, соответственно, он и мне передался. Когда я понимаю, что парком это всегда очень сложно. Для животных тут нет пищи, и они в этой системе в лучшем случае выживают, на самом деле, чаще умирают. На самом деле, он себя очень плохо чувствует, на самом деле. Нужно какой-то, не знаю, сходу какую-то хорошую дозу антибиотика ему вколоть. Да он впавший, она худющая. Видишь, он, блин, еле стоит. Ох, ебать, ему я. Да-да-да-да-да-да-да. Миша, это вот не просто. Во-во-во. Миша, это. Тоже, понимаешь, вопрос, можно ли было что-то сделать? Кит, нет. В этом году бы сделал, в следующем бы домаялся. Ну, а не дай бог, еще бы от них что-нибудь наплодилось. Не, ну тут да, понимаешь, что сказать, это... Кит, просто надо покупать не одну партию, а 4. И не бегать, сопли вытирать за каждым. Нет, ну... И вот Бог, вот порог, вот земля, вот воля. Не, ну тоже, знаешь... Если все. Кто-то не хочет жить, ну, Кит, мы не можем всех осчастливить. Задача первичная была сформулирована. Главное, чтобы здесь все жили. А второй вопрос. Не надо здесь строить арктическую ферму. Я не верю, что такого рода проекты будут эффективны без человека. Если именно человек в мерзлоте увидел остатки бизонов прошлого, привез их сюда, и нельзя дальше сказать, ну, теперь дальше сами. Вот теперь дальше сами тоже не пойдем. Ма-ма-ма. Не бойся, не бойся. Иди ко мне. Ма-ма-ма. Ма-ма-ма. Ма-ма-ма.
Ну, это бывшие очистные сооружения. Здесь еще в советские времена очищали всю канализацию уже перед тем, чтобы сливать в реку. И начал образовываться овраг вот с этим, со всем этим льдом. Это все постепенно растет и растет. И вот видите, буквально пару недель назад здание обвалилось. Вот второй раз приезжаю, смотрю, то есть еще. И овраг продолжает расти, поэтому, соответственно, такая. Ну, вообще, да, то есть, на самом деле, весь поселок наш стоит вот на такой почве. 50% земля, 50% лед. И проблема в том, что с большой долей вероятности через 30-50 лет это случится с, практически со всеми зданиями в поселке. Вся инфраструктура будет разрушена. И вся эта грязь потечет в реки. На самом деле, огромное количество поселков на крайнем севере находятся вот примерно, ну, стоят на таких же почвах, на такой же мерзлоте. И если, и, вообще не если, а когда начнет таять, то все это начнет рушиться. Понятно, что проблема и глобальная, то есть эти таяние мерзлоты, это парниковые газы, это ударит по всем на планете. Но вот местные люди тоже, естественно, пострадают. Там вышла статья Nature Geoscience, по-моему, что если мерзлота начнет таять, то Парижское соглашение невыполнимо. И что надо там закладывать больше. Ну, ты вообще понял, что Парижское соглашение выполнять никто не будет? В том-то и дело, что все в одной лодке, а в лодке места не хватает, и воды уже по пояс. Я среди сегодняшних политиков не вижу людей, заботящихся о климате искренне. Это Зубр приехал к нам из Плёкского террасного заповедника, из Подмосковья. Их там было, ну, несколько штук. Петрович. Но приехали они, к сожалению, уже поздно. То есть для Подмосковья это еще была осень, а для Арктики это уже был мороз там под минус 20, минус 30. Зиму прошло только два зубра. Второй, ко второй зиме не смог подготовиться. И вот он единственный у нас из всех зубров, кто смог акклиматизироваться. Из друзей в парке у него только яки. С яками он находит общий язык, а с коровами и со всеми остальными нет. Петр Иванович, ты чего какой? Успокойся. Ну, что тут у нас с данными? Ветра нет, температура минус 21,6. За последние 5 лет, вот как измерения в 2013 году начались, очень сильно повысилась температура почвы в течение года. Прогнозировалось, что мерзлота начнет таять лет через 100, а судя по этим данным, я думаю, ближайшие годы, максимум первое десятилетие, и все тут начнет таять и сыпаться.
не боремся за победу на глобальном потеплении. Мы боремся за то, чтобы сценарий был не смертелен для нас. Но наша гипотеза, на самом деле, предельно проста. Это физика школьного уровня. Снег – отличный теплоизолятор. Убери его, и зимой почвы промерзнут сильнее. Сложность одна. Чтобы влиять на климат, нужны миллионы и миллионы животных. Подошли. Ага. Это табун с двумя жеребятами, да, где тебя? Да, ну вот 61-й жеребец. Ага. Так, а что-то мало. Где еще? Сколько? Мало, раз, мало. Два, где еще два? Ну, 7 жеребятами, 2 кобыл не хватает. Да. Так, подлет не могли провалиться? Да не должны, Никит. Лошади – это основные животные, которые, наверное, топчут снег. Они наибольшие профессионалы, и лошади в плейстоцене. Это был один из 4 главных видов. То есть у меня сейчас 16-20 голов. То есть у нас были пару лет назад падеж в связи с плохой зимой и недоглядом работников. Я просто опасаюсь, что у меня может пойти вырождение. Нам нужно купить новых лошадей в парк. Конезавод находится 800 километров отсюда. И проехать может быть, наверное, только зимой по рекам и озерам замерзшим. Денег у нас, как всегда, в обрез. Но с парком надо торопиться. Потому что я боюсь, что уже через несколько лет мог начаться необратимый процесс. Задний. Не, ну вот это вообще капец. То есть это... Не, ну это вообще никуда не проедет. С щелями. Посмотрите, что какие-нибудь фанерки туда покидать, чтобы... Щели-то небольшие, конь не провалится. Нога провалится у коня. Куда? Ну ладно. Ты сравнил 2 сантиметра щели у коня копыта. Веревки, стропы, болты, гайки, шайбы, топор, бензопила, набор ключей, канат для Урала, паяльная лампа, фонарики. Водки. Водки. Побольше. Если брать для первых самых древних дат, то тогда самые большие изменения придутся на 12-й месяц. На 12-й месяц и на 1-й месяц. И что? О чем это говорит? За время наблюдения миссия, по-моему, выросла как чуть не в 4 раза. Слышь? Угу. Поэтому так и выросла на Гавайях зимняя миссия. Парк – это же очень такой многогранный проект. И каждый должен выполнять свою какую-то роль, свою функцию. То есть я не могу физически, например, строить забор,
Но я занимаюсь бюрократическими вещами, бухгалтерией, каким-то огромным количеством бумаг, которые нужно сделать, чтобы проект работал. Ну, мужики, они, в общем, так сложилось, они спасают мир. И достается им, конечно, больше всего. Особенно Никите, который с каждым годом такое впечатление, что он больше и больше на себя берет обязательств. И это, ну, тяжело физически, психологически. Сергей Фанасьевич занимается в основном наукой. Обычная семья. Необычная. У нас, мне необычная. Кажется, обычные семейные ценности. Необычная. Мы завтра выезжаем за лошадьми. Ну, завтра в 6 утра. Ну, нам, да, ну, то есть, ну, мы, скорее всего, за 2 дня не доедем. То есть, вот, по состоянию Урала, на котором мы едем, который еле едет. Парк – это риск. То есть, мы как таскаем какие-то тяжеленные бревна. Мы гоняем голыми руками стада каких-то рогатых зверей. Мы ходим по грани законодательства. Ну, привезем мы еще там сколько-то лошадей. Ну, вот если я или Никита где-нибудь свернем шею, вот это будет большая потеря. Подтяну машиной. Меня наиболее таким одним из самых значимых ситуаций в моей жизни, которая определила, так сказать, мое отношение к парку и уверенность того, что я могу, так сказать, реализовать эти непосильные задачи, это была поездка с Моралом. Когда я выехал с Нижнего Новгорода, купил машину, доехал до Алтая, там загрузил Моралов и поехал в Черкесск. Вот перед Байкалом остановился ночевать в каком-то постоялом дворе. И помню, лег и понял, что я уже устал настолько, что мне тяжело, я не могу. Я потом в течение 2 недель по 17, 18, там, 19 часов в день рулил, спал сидя и пробивался через все эти тающие реки, то есть подо мной лед обваливался, и пробит двигатель, пробит радиатор, отсутствовал свет, отсутствовали тормоза, ну, то есть страшно было постоянно. Едешь и молишься. С тех пор, сколько, 8 лет прошло, и желание бросить этот проект, сомнения в том, что я смогу реализовать, у меня с тех пор не возникает. То есть я думаю, во многом благодаря тому, что я тогда смог победить, ну, в первую очередь, себя. Ну, вот давно еще, лет там, 30 назад, было непонятно, почему на севере так сильно растут концентрации углекислого газа. Ну и только после наших работ, когда мы тщательно мерили потоки и активность микробов, опубликовали статью, где показали, что эта эмиссия связана с нашими почвенными микробами в тех местах, где увеличилась оттайка. Если бы ко мне прислушались раньше и серьезнее, уже можно было там 2 миллиона голов скота иметь в Сибири. И уже бы так приличная часть
снега была вытоптана. И вот так вот я вот головой провел, и вот на сотни километров ни души. А сколько-то лет назад, если бы я вот так же здесь сидел, я бы, наверное, увидел 2-3 стада мамонтов. Ну, в общем-то, и без мамонтов можно выиграть. Потому что травы и травоядные захватят эту территорию сами. Другое дело, что чтобы все нормально функционировало, так по-божески было, по замыслу Творца, на территории России должно быть порядка, не знаю, 20, 30, 40 миллионов мамонтов. День добрый! Добрый. Вопрос можно? Как можно Винокурова Константина Николаевича найти? А он якутский. Так, а кто-нибудь за него? Что мы... И зам, да. А, и третье лицо. У нас договоренность была, потому что мы лошадей проплатили, приехали забирать. Это с кем разговаривать? А бригадир какой-то? Да нет, это такое. Все, там далеко уехали. Далеко и безрезультатные. А что, тебе кинули? Понять не могу, где что. То есть это все начальство в Якутске, к кому обратиться сейчас. Пока только одного старика нашли, сейчас дальше идем разговаривать. Ладно, давай. Так, ну вот кто-то с какими-то флагами. Давайте я туда съездим. Давайте. Там бригадир коневодов Стас должен быть. Давайте. Давайте его встретим, ага. Поговорим. Давайте. Давайте, подъезжайте, я хочу туда поеду. А, так, а мы-то, я тут проеду на машине? Проедешь. Ага, спасибо. Здоровый. Мы не берем зверей из дикой природы. Все звери, которые живут у нас в парке, куплены на невольничьем рынке. Это скот на мясо. Это звери, которым мы спасли жизнь. Не бойся. Не, так не получится. Так не получится. Все люди воспринимают как дикую природу, на самом деле это своего рода экологическая пустыня. То есть в этом лесу, кроме этих деревьев, практически ничего не растет. Животных тут нет, потому что есть им нечего, эту лиственницу никто есть не будет. Она практически ядовитая. Мои, надеюсь, бизоны будут как-то бороться с лиственницей, там, может, коробьи дать. Я знаю, что лесные бизоны это делают. Но мамонты, ну, слоны, они борются с древесной растительностью намного более эффективно, чем любые другие. То есть они... То есть это было бы, конечно, хорошо. Но тоже, знаете, это
надеяться, что их в скором времени клонируют, и мы их получим, и сидеть и ждать, так сказать, подарка от богов, это не очень разумно. Перевозка животных в Арктике – это и огромные риски, и на самом деле огромные вложения. А так как финансируем мы парк с денег, которые мы зарабатываем на станции, и, наверное, только максимум пятая часть всех вложений – это то, что мы собираем пожертвования, то особенно не зажируешь. И потери любого животного для нас – это на самом деле огромная трагедия. Например, вот у нас сейчас стадия бизонья. Всего два самца. Если что-нибудь с ними случается, то у стада нет будущего. Папуль, тебе письмо пришло. Dear Dr. Zimov, my name is Kaveri Trailer. I'm a 15-year-old junior scientist. I've heard about place in park just a year ago, and I love the goal you're trying to achieve for the park. You're bringing back the ice age megafauna to save the permafrost and stop climate change.
I hope you're all right. I've also been wanting to know that I could visit the park so I can meet you and share some ideas with you. Here are some gifts to show I support the park. Make sure to stay safe. Thank you. Из какой-то страны, Кит? Окленд, Калифорния. О, так земляк. Знакомое место. Да. Нифига себе. Вот видишь, то есть она скакала, потом падала, а температура на метре никак не реагирует. То есть она просто постепенно увеличивается, но все равно везде меньше нуля. То есть, на самом деле, 2 года назад здесь оттайка была 1,20 м, вот где мы сейчас стоим. Вот. Потом здесь как-то, когда стали животные активно ходить, уже вот было 80. Не все так плохо с мерзлотой в парке у нас. А сейчас эта вот новая территория появилась. 20 гектаров новых пастбищ. И они заросли арктофилой. Очень вкусная трава. Арктофила. Трава, которая любит Арктику. Восстановим мамонта. Более того, Чоч обещал мне в течение 5 лет мамонта сделать. Мы с ним договорились. Я в течение этих лет готовлю экосистему, парк, пастбище. А он решает вопрос с волосатым слоном. Нам не надо было тратить на парк. Ты бы что купила? Верблюдов. Верблюдов. Бизонов. То, что там на паперсе какие-то где-то собирают, это называется финансируем. Паперс может оплатить какие-то траты. Нет, это хоть поесть, он против. Но к вам вопрос спасения климата планеты, назвать это финансированием. Нет, понимаешь, наука делается на диване. Это вообще копейки стоит. Дальше идет процесс какой-то апробации, дуракам что-то объяснить. Потом начинается процесс натурной, природной реализации, больших проектов. Это другие деньги, другие задачи. Вот эта воркотня посередине, это не наша ответственность. Все, наука сделала. Я не брошу парк, пока он не сможет уйти в самостоятельное плавание. Вот мне бы очень хотелось, чтобы до конца моей жизни я мог, условно говоря, оставить парк, выехать из него, вернуться через 3 года и увидеть, что у меня территория, оккупированная животными, стала больше, животных стало больше, мерзлота под ней холоднее, чем вокруг. То есть вот это вот такая мечта. Thank you.
Идешь? Let's see it. А вот. Check this out. That is beautiful. So 1-0 mice. I gave you one mammoth already. Now it's your turn. So how is the progress? Well, you should meet some of the people that are actually doing the work. Our priority has been things that would allow the elephant to live in a cold environment, mm-hmm. so that initially we won't have 100% woolly mammoth, mm-hmm. but we would have an elephant that would like to live in cold. According to my standards, that would be enough. Right. Work. Here's our. Yeah, Justin.